смысле? Я пил гранатовый. Короче, это Флекс Крю, мы записываем видос. Потому что мы налажали на выступление немножко. Ну как это? Немножко. Решили все загладить монтажом. Если получится. И просто на монтаже Никита вставляет оригинальные кадры просто. Надо было продолжать снимать. Мы почти все. В октябре была презентация. Расскажи, что мне тут показали. Ну, это дерьмишко. Есть дерьмо, да? Теперь поменяли составы, они у меня постоянно. Да. Теперь я в мяу-прю, он все флекс. Зачем ты спойлеришь? Вырежем это. Да? Какая? Всем насрать. Да всем насрать! Он предал, да, флексов. А что так? Ну, рандом так не выпал. А, у вас кольцо рандома есть? Да. Так решил, рандом орг сайт. А кто? Или нет? Типа маленькая девочка такая, мам, а вот команда FCKDWN, блядь. А там, кстати, были чьи-то мамки. Были, и я, да. Скажи в камеру, пить. Зачем? Скажи, для чего? Да заебал, ты стесняешься. Давай. Ну что ты такой? Флекс крю. Блять, штаны порвало! Это мои единственные черные штаны! Короче, вы вот смотрите, да? И ты смотришь. И думаете, да, прыжок херня какая-то. Да ты попробуй сделай, правильно? Попробуй сделай. Потом уже говори. Я каждый первый делаю. Значит, если ты, у тебя есть какие-то предъявы к нам, берешь, кидаешь мне в личку свой прыжок, и тогда я говорю, да. Да, говно. Иди, попробуй с таким потолком, блядь, попрыгай. Да, многие умники любят говорить, а нет хореографии. Как это нету, а это что? Че, мы за ним мышцы скачаем? Опа, я. Да, Лебушка, а, просто бармен. Карта или наличные? Наличными не принимаем. Прыжком. С вас пиздатый прыжок. Минимум на 200. Ахтой. Сейчас. Я. Как видите, мы очень устали, мы реально очень трудились, чтобы записать это дерьмо. Кавер на History, Might Just Die. Поддержите нас лайком, мы реально старались. Это была команда FCKDWN. Пушки, тряс!